Глава 33. До самого утра Хаджана Средин рассказывал Эмиру о своих планах поимки Хаджина Средина. Планы эти были весьма хитроумны, и мир остался доволен. Утром, получив на расходы кошелек золота, Хаджана Средин в последний раз поднялся в башню, положил в кое и оглянулся. Стало покидать свое жилище. Столько одиноких бессонных ночей провел он здесь и столько передумал. Он оставлял в этих стенах частицу своей души. Захлопнул за собой дверь, легко сбежал по каменной крутой лестнице навстречу свободе. Опять весь мир был открыт перед ним. Дороги, перевалы, горные тропы звали его в дальний путь. Зеленые леса обещали ему приют в тени на мягких листьях. Реки ждали его, чтобы напоить студеной водой. Птицы приготовили на радость ему самые лучшие песни. Он слишком долго пробыл в своей позолоченной клетке веселый бродяга Хаджана Средин. И мир, мир соскучился без него. Но у самых ворот прямо в сердце ему был нанесен страшный удар. Он остановился и, побледнев, прижался к стене. В открытые ворота под охраной многочисленных стражников входили вереницы с опущенными головами и связанными руками его друзья. Он увидел старого горшечника Нияза, чайханчика Али, кузнеца Юсупа и многих других. Все, с кем он когда-либо встречался, говорил, у кого просил воды напиться или брал клочок сена для ишака, все были здесь. Печальное шествие замыкал Арсланбек. Не скоро опомнился Хаджана Средин, а когда опомнился, ворота уже закрылись, и во дворе никого не было. Всех увели в подземелье. Хаджана Средин кинулся искать Арсланбека. Что случилось, почтенный Арсланбек? Откуда эти люди? Какое преступление совершили они? Эти люди. Это укрыватели и сообщники проклятого Хаджина Среди ответил с сторже торжеством арсланбек мои шпионы выследили их и сегодня же они всенародно будут преданы жестокой казни если не выдадут хаджуна средина но ты бледен гусень гуслия ты сильно расстроен еще бы ответил хаджана средин значит награда уплывает из моих рук в твои Хаджа на середину пришлось остаться во дворце. Да разве он мог поступить иначе, если невинным людям грозила смерть? В полдень на площади выстроилась войско, оцепив тройным кольцом судейский помост. Народ, оповещенный глашатаями о предстоящих казнях, ждал безмолвствуя. Раскаленное небо дышало палящим зноем. Открыли ворота дворца, и в обычном порядке Выбежали сначала глашатые, за ним стража, вышли музыканты, слоны, свита, и, наконец, выплыли из ворот и мирские носилки. Народ распростерся ниц. Носилки поднялись на помост. Имир занял свое место на троне. Из ворот дворца вывели осужденных. Толпа встретила их появление гулом. Родственники и друзья осужденных стояли в первых рядах, чтобы лучше видеть. Палачи хлопотали, готовили топоры, колья, веревки. Сегодня у палачей был трудный день. Им предстояло умертвить подряд 60 человек. Старый Нияс был первым в этой роковой очереди. Палачи держали его под руки. Справа от него была виселица, слева плаха а прямо перед ним торчал из земли заостренный кол. Великий визирь Бахтияр громко и торжественно объявил «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, повелитель Бухары и солнца вселенной, и мир бухарский, взвесив на весах справедливости прегрешения, которые совершили шестьдесят его подданных, по укрывательству Бугохульника, возмутителя спокойствия, сеятеля раздоров и совершителя непристойных дел Хаджина Средина, постановил следующее. Горшечника Нияза, как главного укрывателя, у коего означенный бродяга, именуемый Хаджой на Средином, долгое время скрывался, лишить жизни через отделение его головы от его туловища. Что же касается прочих преступников, то первым наказанием для них будет лицезрение казни, которая совершится над Ниязом, дабы они трепетали, ожидая для себя еще худшей участи. О способе казни каждого из них будет возглашено особо. На площади стояла такая тишина, что каждое слово Бахтияра – отчетливо слышалось в задних рядах. «И да будет всем ведомо!» — продолжал он, возвысив голос. «Что и впредь! Со всяким укрывателем Хаджина Средина будет поступлено так же, и ни один не уйдет от руки палача! Если же кто-либо из осужденных укажет место пребывания этого вора и бездельника», тот не только будет освобожден от казни, не только станет обладателем мирской награды и небесного благословения, но и освободит от наказания всех прочих. Горшечник Нияс: ты можешь избавить себя и других от казни, если откроешь место пребывания хаджина Средина. Нияз долго молчал не поднимая головы. Бахтияр повторил свой вопрос. Неяс ответил. «Нет, я не могу указать его место пребывания». Палачи потащили старика к плахе. Кто-то крикнул в толпе. Старик встал на колени и, вытянув шею, положил на плаху седую голову. И в эту минуту Хаджана Средин, растолкав придворных, выступил вперед и стал перед Эмиром. «О, повелитель!» — сказал он громко, так, чтобы слышал народ. «Прикажи остановить казнь! Я сейчас поймаю Хаджуна Средина!» И мир возрился на него с удивлением. Народ на площади зашевелился. Палач, повинуясь знаку Эмира, опустил к ногам свой топор. «О, владыка!» — громко сказал Хаджана Средин. «Будет ли справедливо, чтобы этих мелких укрывателей предали казни, в то время как останется живым самый главный укрыватель, у которого Хаджана Средин жил все последнее время и живет сейчас, который поил, корнил, награждал его и проявлял о нем всяческую заботу. «Ты прав», — сказал Эмир Важно. «Если такой укрыватель есть, то по справедливости ему должно отрубить голову первому. Но укажи нам этого укрывателя, гусейн, гусли я. По толпе прошел сдержанный ропот. Передние передавали задним слова мира. Но если великий мир не захочет казнить этого главного укрывателя, если великий мир оставит его живым, то справедливо ли будет тогда предавать казни малых укрывателей? Спросил Хаджана Средин. И мир ответил, удивляясь все больше и больше. «Если мы не пожелаем казнить главного укрывателя, то, конечно, откажемся от казни мелких укрывателей». «Но одно непонятно нам, гусейн гусли Какие причины могут заставить нас воздержаться от казни главного укрывателя? Где он?» «Укажи его нам, мы незамедлительно отделим его голову от его туловища!» Хаджана Средин обратился к народу. Вы слышали слова Эмира? Повелитель Бухары сказал, что если он откажется казнить главного укрывателя, которого я сейчас назову, тогда все эти малые укрыватели, стоящие сейчас у плахи, будут освобождены и отпущены к своим семьям. Так ли я сказал, о повелитель? Ты правильно сказал, гусень гуслия, подтвердил Эмир. Даем в этом наше слово, но ну, укажи нам скорее главного укрывателя. Вы слышите, сказал Хаджан средин, повернувшись к народу, И мир дает слово. Он глубоко вздохнул. Он чувствовал на себе тысячи глаз. Самый главный укрыватель он запнулся, обвел глазами площадь. Многие заметили скорбь и смертную тоску на его лице. Он прощался со своим любимым миром, с людьми и солнцем. Скорее! Нетерпеливо воскликнул Эмир Ну говори скорей, густеем, гуслия! Хаджана Асредин сказал твердым и звонким голосом: Самый главный укрыватель это ты и мир. И резким движением он сбросил свою челму, сорвал фальшивую бороду. Толпа ахнула, замерла. Эмир, выпучив глаза, беззвучно шевелил губами. Придворные окаменели. Тишина продолжалась недолго. «Хаджана Средин! Хаджана Средин!» — закричали в толпе. «Хаджана Средин?» — зашептались придворные. «Хаджа на средин!» — воскликнул Арсланбек. Наконец опомнился и сам повелитель. Губы его невнятно вымолвили. «Ха-ха, Назаридин, Да, это я. Ну что ж, мир, прикажи отрубить себе голову. Как самому главному укрывателю: я жил у тебя во дворце, делил с тобой пищу, получал от тебя награду. Я был твоим главным и ближайшим советником во всех делах! Ты! Ты укрыватель и мир! Прикажи отрубить себе голову! Хаджуна Средина схватили. Он не сопротивлялся. Он кричал «Эмир! Эмир обещал освободить осужденных! Вы слышали слова Эмира?» Народ начал гудеть, волноваться. Тройная цепь стражников с трудом сдерживала напор толпы. Все громче слышались возгласы «Освободите осужденных!» «Эмир дал слово!» «Освободите!» Гул в толпе нарастал и ширился. Цепи стражников подавались назад, теснимые народом. Бахтияр наклонился к Эмиру. «О, повелитель, их надо освободить, иначе народ сбунтуется!» Эмир кивнул. «Эмир держит свое слово!» — закричал Бахтияр. Стражники расступились, и осужденные сразу же исчезли в толпе. Хаджуна Средина повели во дворец. Многие в толпе плакали, кричали ему вслед «Прощай, Хаджана Средин! Прощай, наш любимый, благородный Хаджана Средин! Ты будешь всегда бессмертен в наших сердцах!» Он шел с высоко поднятой головой, на лице его было бесстрашие. Перед воротами он обернулся, махнул на прощание рукой, и толпа ответила ему мощным рокотом. И мир торопливо залез в свои носилки, и дворцовое шествие тронулось в обратный путь.